Пожалуйста. Нет, а твое-то почему в мосты? Что ты-то? Почему такой диск? Почему Потому что альбом называется «Азбука Морзе». И для меня это какой-то не просто вот язык, придуманный там Сэмюэлом Морзе в каком-то там 18-м, там, 19-м, начале 19 века. А это какой-то язык зашифрованных эмоций, зашифрованных мыслей, может быть, недосказанных, несказанных, невысказанных. А мосты при чем? А потому что это невербальный диалог в архитектуре. Ого! Все, сейчас я должна подумать. Можно спеть что-нибудь. Я прежде чем споешь, вот у тебя же все почему-то, ну, я не знаю, может быть, все, которые я знаю, диски, они всегда с Францией связаны. Не все, но вот первый альбом полноценный действительно был записан в Париже, в студии Nouvelle Vague, под руководством продюсера Марка Калина. Собственно, вот этот альбом новый имеет те же теги и те же отсылки, за исключением того, что на первом диске приняли участие музыканта группы Nouvelle Vague, и сыграли там, и песни довольно в таком стандартном ключе звучат. А на этом альбоме принял участие в записи гитарист, вообще виртуоз в области гитарной музыки, многим известный по работам с Элди Миолой, по сольным своим проектам, такой некий Кевин Сидикки. Я сейчас так о нем говорю, ощущение, что он что он очень такой, может быть, мэтр, вот, ага. Немолодой. Но он молодой парень, на самом деле, ему там лет 35, может быть, даже чуть меньше. Вот. И при этом он абсолютный виртуоз, мастер и действительно, ну вот, художник в области музыки и профессионал большой. И он был приглашен на запись. И вот, вот в те три дня, когда он мог записываться, собственно, мы записали альбом в конце декабря 2014 года. Ну что, тогда, она мне кажется... Она точно поет? Я сейчас еще раз все-таки... Она... Ну, во-первых, я хочу сказать, что первый же ответ на вопрос оказался правильным, поэтому сейчас мы придумаем, пока подумаем о другом вопросе нашим слушателям. Один альбом мы уже потеряли. А ты все-таки споешь нам, может быть, уже с альбома что-нибудь, потому что, ну, надо да. же действительно доказать, что это ты и что альбом я есть. Я, наверное, спою песню, в которой как раз вот какой-то образ моста. Она тоже была записана в альбоме, представлена на нем. Ну вот такая песня. Мы запутались в формах любви, вдруг застыла вода. Мы остались стоять, как часы, ничего не сказав. И не важно, что будет потом, через миг или век, нас укроет туман над мостом, когда выпадет снег. И выпадет снег. И тогда эта белая ночь станет ясной, как день. И на черном сиянии звезд не отмерит теней. Полетит над землей тишина, не сбиваясь с пути, пока будет идти этот снег, мне не страшно запутаться в формах любви. Thank you.
Женя Любич в студии «Серебряного дождя».